Короче, у нас тут немножечко еще все. И мы... И мы застряли под машиной. После предыдущего ролика, так, после прошлого ролика, наконец-то начали снимать автомат-коробку, вот, с другом Владосиком. Начали ее снимать, были очень большие проблемы в плане, яма небольшая, нет ни стойки, такого ничего. Влад был вместо стойки, в принципе, подкладывали дощечки, там, короче, полная жесть была. Ну, в итоге как-то сняли, дальше открылся обзор к поддону. Поддон у меня, прокладка текла, просто, не знаю, там, литрами, за месяц ходило масло. В итоге тут такая проблема на М50, что надо поднимать мотор, чтобы ее поменять. И как-то, кое-как, без этого обошелся, рычагами, там как-то мотор мы пытались вручную приподнять с другом. Как-то снял, поменял прокладку, герметик поставил, все нормально, не течет больше. Вот, дальше, после... День рождения купил себе наконец-то родненькую мануал-коробку, комплект. Вот, и потихоньку начали собирать. Сначала поставили педали, вот, начали гидравлику проводить. В принципе, очень мало такого было на форумах, там как она идет. Там как бы не особо в этом ничего понимал. Провели, ну, короче, нормальненько. Вот, и недавно начали ставить коробку. С Владом на это где-то 4 часа ушло, в принципе, тоже так, без опыта, первый раз поставили коробку. Вот так, все, потихоньку, по мелочи начали прикручивать, гидравлику подключили, сцепа быстро прокачалась. Ну, говорит, что проблемы с этим бывают, ну, в принципе, 2 шприца ушло на прокачать сцепление. Ну, из сложностей были такие моменты, при снятии еще автомата коробки, то, что не знаешь, где находятся болты. Вот, там как-то импровизируешь, что-то засовываешь, крутишь один час один болт, а там, оказывается, сзади гайка была. Ну, там, такие вот моменты были. Я считаю, что это меня. Так. Блядь. Сань. Дальше тоже такие моменты были, когда мало информации, там что-то есть, но если первый раз делаешь, не особо хватает ее. В плане перемычки какие-то поставить, там вставил перемычки, то есть на стартер. Она должна была крутить, она не крутит. Я разбирал стартер, то есть снимал его, проверял, все работает. Из-за неопытности просто, получается, не было из-за коробки массы на стартер. И вот потерянное время, такие вот моменты тоже были. Вот мы с моим хорошим знакомым, теперь уже и другом. Он решил себе взять BMW E34. И пришлось помогать ему с заменой коробки. И всем таким вот, всеми мелочами и так далее. Ведь мы вместе учимся на автомеханика. И дело, конечно, непростое было, но мы вроде бы справились. Вот недавно был у нас первый выезд. Вот, как видите, BMW на ходу, все хорошо с ней. Были многие трудности, потому что все-таки раньше мы такого не делали вместе с ним. Да и в целом ни у меня, ни у него не было опыта в этом.
Так что, мне кажется, хорошо получилось. Еще есть много каких недостатков, мелочей, но все это до лета, я думаю, мы исправим вместе с ним на пару. Ничего такого больше сказать, наверное, я не смогу. Но вот понравилось мне, конечно, такое, ну, как сказать, для меня большой опыт.